А ты выйдешь за меня замуж? Да, только в съемной квартире я жить не буду. И с твоей мамой тоже. А, ну тогда ладно. Серег, а давай ты за меня заплатишь, а я тебе потом на карту переведу. Блин, а я тебе то же самое хотел предложить. То есть тебе что, тоже нет денег? А ты разве не понял, когда я сюда приехал на собаке? Ты приехал сюда на собаке? У нее тоже денег нет. Ну давай, блин, думать, что будем делать. Получилось ты Новый год, то, что мы поцеловались. Посмотрел на нее, это она же вроде и не страшная. А че бы и не, ты да? Что вообще? Сына, быстро вставай на учебу. Мать, я же предупреждал, не будет дневника с Роналду, я на учебу не пойду. Все. Я туда не пойду, у меня аллергия на собак. Там нет собак. Как-то нет. А географичка? Так, ничего не хочу слышать, сегодня 36 августа. Вот, это шуточки смешные. Иди на учебу. Мам, ну у меня же день рождения. И что? Ну как что? А где конфетки? Где сладкая вата? Я что, с пустыми руками пойду? Вставай на учебу. А что, сова из Хогвартса уже прилетала? Какая сова? О, опять меня зря будили. Мать, короче, предложение такое. Вот тебе бабки, ты меня не знаешь, я тебя не знаю, разошлись. Так, забрал свои 60 рублей, иду и на учебу. Мам, я на учебу сегодня не пойду. Почему? Пока не знаю, но я обязательно что-то придумаю. Максим, вставай и иди на учебу. Да сегодня в школе антимаксимовский день. Все Максимы сегодня сидят дома. Иди на учебу, недоум. Женщина, вы кто? Мам, тут мне вещий сон снился, я там лежу такой, сплю, и звонит будильник, а я там продолжаю спать, и все, хэппи-энда. А сейчас мы проверим активность в Минске. И снова седая ночь! И только ей доверяю я! Хоть бы раз меня с собой отдохнуть взяла. Я жена, ты меня отдыхаю. Ты ничего не перепутала? Я так-то твой муж. Никаких исключений. Никаких.